Купила стул Титан. Просто находка для меня. Тут съемка видео запрещена. Вот вы гуляете, учитесь, работаете, добиваетесь поставленных целей, экспериментируете. А у нас тут все как всегда. Цены высокие, товары странные, а Джеймс бородатый. Стабильность и всего за 990 рублей. Цепочки с кулоном даже еще не носили, а позолот слетает. Металл хлипкий, дешевка. Если б говно пахло, был бы один плюс. А так, одни минусы. Но подозреваю, в таком случае лучше нам такие без плюсов. Поскольку товары товарами, а вот на их запах мы с вами уж никак не сможем посмотреть своими глазами. Но есть у меня таки на примете один запах, который можно увидеть. И это не выхлопные газы из машины твоего бати. Это запах победы. Мы победу делали! Нет, не победа за последний пакет гречки. Камон, ребят. Кроссаут. Вот такая штука. Этот герой помнит. Помнишь ночь в кроссаут, нет? Мало того, это отличный онлайн-экшен с боевыми машинами, которые ты сам же и строишь, насколько хватит фантазии. Так он еще и получил безумное обновление Doomsday Cars. Теперь еще больше огня, больше взрывов и больше разрушений. И этого самого запаха победы. Кроссаут. Прокачиваешь Battle Pass, получаешь новые уникальные детали, собираешь себе тачку в новом гараже, используешь новинки орудий уничтожения, пулеметы, плазмоганы, бензопилы, огнеметы, ловушки и многое другое. И в путь. Побеждаешь в битвах, выполняешь задания, зарабатываешь ресурсы и используешь найденные запчасти для того, чтобы улучшить своего монстра или создать абсолютно новую адскую маршрутку. На остановке остановите! Молчать! Ну и конечно же, на выбор сражения против других игроков, битвы с боссами, сюжетный режим или даже королевская битва, чтобы как следует ворваться в яростную войну за контроль над пустошами. Ну и как следствие, отлично провести время. Поскольку даже создавать уникальный стиль своего очередного авто, используя весь арсенал в гараже, это то еще удовольствие. И я знаю, о чем говорю. Поэтому обязательно качай кроссаут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы для побед. Ты победу не делала, а мы делали победу. Ведь тут под победу, знаете ли, главное не ошибиться с выбором напитка. Триумфальное возвращение главного напитка 20 века. Мать честная, это чё, гриб? Леомакс представляет. Знакомый с детства и любимый всеми чайный гриб. Какая встреча, да в каком необычном месте. Такими темпами завтра в Леомаксе будем покупать пельмени и бургеры. Ну а что, главный напиток 20 века есть? Будет главная еда. Триумфальное возвращение главного напитка 20 века. Да и что в этом триумфального, когда во всем мире давным-давно камбучу изготавливают уже в производственных масштабах? Непонятно. Но если вдруг кто не знает, чайный гриб — это не просто название напитка, похожего на чай, который можно просто заварить и попить. Это уксусные бактерии, дрожжевые грибы в обильном количестве сахара, которые месяцами бродят, выделяя спирт, углекислый газ и уксусную кислоту, что впоследствии так полюбили жители 20 века, по версии телемагазина. Что ж, превозгласили этот напиток главным. За какие такие заслуги, история об этом умалчивает. Гриб награждается орденом! Так! А за что мы им орден вообще даем? Лучшее средство для профилактики и лечения многих заболеваний. И идеальный напиток для утоления жажды. Утоление жажды водой, сахаром и спиртом. Вы серьезно? Эту информацию телемагазин тоже из 20 века взял? Поскольку каждый школьник знает, что лучший утолитель жажды — это обычная пресная вода. А от напитков с сахаром пить хочется еще больше. От утверждений, что чайный гриб лечит очень много заболеваний, хочется вообще плакать. Плакать. Потому что официально никакой лекарственный эффект от употребления чайного гриба никогда и нигде доказан не был. Но использование его в альтернативной медицине или в рекламе телемагазина — это всегда пожалуйста. Как и самоздрав с магнитными браслетами. Гриб, спасибо, что дрожжевой. Еще совсем недавно буквально на каждой кухне стояла банка с этим вкусным и необычайно полезным напитком. Но сейчас 21 век, и извините, ни у кого эта банка теперь не стоит. Но, видимо, будет. Хотя, чё это я? Это же телемагазин. Банка приехала треснутая. Купила чайный гриб в Леомаксе, я получил неизвестное существо. Сплошной обман. Слизь вместо гриба и банка за 1500 рублей. И да, его цена вместе с банкой 999 рублей без учета доставки. Да ладно вам, вы чё? Просто у нас краткий курс, как продать 3-литровую банку за косарь. Есть среди вас бизнесмены, нет? Теперь будут. Бизнес-школа от Джеймса. Банка за косарь, путь к успеху. Чайный гриб – это напиток с ярким вкусом, нотками кваса, лимонада, чая и легендарными полезными свойствами. Надо же, сколько разных ноток в одной банке!
мусорное ведро, что ли, пойти продать? Там, знаете ли, тоже ярких ноток весьма предостаточно. Настой чайного гриба содержит различные кислоты, витамины разных групп, сахара, полезные ферменты и микроэлементы. Ну, прям не напиток, а эликсир здоровья, не иначе. Только какие кислоты, какие витамины, какие ферменты, какие микроэлементы, что за полезные сахара, как это влияет на организм, непонятно. Но полезно. Главное купить. Заказали мы как гриб от Леомакс. Получился не гриб, а какие-то саки. Ладно, подумал я. Банк, кстати, не дошла. Широкий диапазон полезных свойств чайного гриба известен всем. Известен всем, но мне почему-то неизвестен. Я что, не все? Что-то мне подсказывает, что неизвестен он не только мне. Дело раскрыто. Детектив Коломбо. Ух, прям загадка тысячелетия. РЕН-ТВ, вызывайте. Это настоящий эликсир здоровья. Ну прям не напиток, а эликсир здоровья, не иначе. Это чё это я тогда? Прав что ли был? Он укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. И чтобы далеко не ходить, давайте послушаем эксперта по пищеварению. Я с ним занимаюсь, я с ним разговариваю. 30 стаканов такого кваса каждый день, и об ангине и проблемах с пищеварением вы точно забудете. Сказал ведущий на фоне человека, у которого явно есть проблемы с пищеварением. Очень-таки убедительно. Мы победу делали, а ты гавкаешь, сидишь. И знаете, насколько бы этот гриб не был якобы безвредным и суперполезным, а такой информации в интернете предостаточно и почти вся она из раздела альтернативной медицины, что удивительно, поскольку ничто нигде не доказано. Конечная жидкость состоит из кислоты, спирта, углекислого газа и огромного количества сахара, что уж очень сомнительно для здоровья. Но Леомакс считает немного иначе, прям самую малость. Нет лучше средства для лечения заболеваний печени и желчного пузыря. Ну вы понимаете, да? Медикаментозное лечение в виде таблеток, уколов, процедур, правильного питания. Ай, пошло оно все в жопу, у нас гриб есть. Правда, ничего не доказано, но лучше чайного гриба нет ничего. Да, серьезно. Сергей Васильевич, ну что, я выздоравливаю. Не переживайте, голубчик, недолго вам осталось. Еще недельку грибочек попьете и отмучаетесь. Звоните нам и заказывайте вкус детства. Чайный гриб от Леомакс. Ща вштырит, пей. Во! Это кружка! Аннигиляторная пушка! Для пожилого человека самый обычный прием водных процедур в ванной может превратиться в невыполнимое задание. Ну и тут явно не поспоришь. Старость, как говорится, не радость. Высокие бортики, скользкое покрытие. Так легко потерять равновесие. А разве не за этим у вас продается ручка с вакуумными присосками, которые как раз-таки и борются с этими проблемами? Или она у вас что теперь, не работает? СОС, чрезвычайная ситуация, у нас не работает вакуумный поршень. Быстро создавайте новый товар. Знакомьтесь, ваш лучший помощник. Стул Титан для ванны и душа. Леомакс поможет вам упростить эту задачу. Ну, серьезное, конечно, название вы там для стула придумали, но вы точно уверены, что он поможет упростить задачу? Поскольку, чтобы на него сесть, нужно все равно каким-то образом забраться в ванну через высокие бортики. Ну что я прикопался, в конце концов? Это же реклама. Даст Джей нам посмотреть рекламу или нет? Нет. Это простое приспособление избавит вас от морального и физического дискомфорта и придаст уверенности в себе. Заказала стул Титан для мамы. Стали собирать, а на одной ножке нет защелки. Привезли бракованный товар. Избавили от морального дискомфорта, так избавили. Куда спасибо сказать? В трубку, которую бросают? По сути, звонок просто сбросили. Стул Титан невероятно легкий, и вы без проблем сможете принимать водные процедуры самостоятельно. И, конечно же, сейчас без иронии. Изделие отличное. Теоретически. Возраст рано или поздно коснется каждого из нас, и кто его знает, что там будет. И подобным стульям, конечно же, быть. Но я думаю, это вообще не обсуждается, это вам не камбуча лечиться. Но вы готовы отдать за такой стул 3000 рублей без учета доставки? А учитывая то качество, каким обладает продукция из телемагазинов, если это вообще продукция телемагазинов, за близких, которым будет куплен этот стул, становится страшновато. Дочка решила меня обезопасить. Купила стул Титан для купания. Лучше еще ничего не придумали. Мне кажется, или дочка со стулом проявила не заботу, а многоходовочку. Если вы понимаете, о чем я. Ой, а чего это у нас тут такое за 32 доллара на Алиэкспресс продается, а месяц назад вообще отдавали аж за 22 доллара около 1500 рублей? Это что ж, стульчик для душа и ванной, что ли? Да еще и доставка бесплатная. Непорядок. Титан изготовлен из сверхпрочного пластика
и негнущегося алюминиевого сплава. Выдерживает вес до 120 килограммов. Ну а где 120 килограмм, там и фотошоп. Да вы только посмотрите на это, 20-килограммовые бутылки лежат друг на друге и даже не пытаются скатываться в разные стороны. Это ли не чудо? Ну и как вы понимаете, название «Титан» тут совершенно не случайно. Есть в Германии такая компания по производству продукции для инвалидов под названием «Титан Дойчленд». Какое похожее название, правда? И есть у этих «Титан Дойчленд» один стульчик. Ну а дальше вы все и так знаете. За что огромное спасибо нашим друзьям из Китая. Я лишь искренне надеюсь, что тот стул, который продает Леомакс, хоть чуточку надежный. Поскольку даже сами Титан Дойчленд могут выдать порой то, что не совсем ждешь от немецкого качества. Стул для души, как оказалось, небезопасен в эксплуатации. При незначительной нагрузке в месте крепления ножка стула подломилась и человек упал. Но главное, чтобы не упала его самооценка. Да, чернушненько. Все по заветам телемагазинов. Это простое приспособление избавит вас от морального и физического дискомфорта и придаст уверенности в себе. А знаете, что еще может придать уверенности в себе? Вам еще не надоело? Нам? Нет. А что, собственно, надоесть-то должно? Постоянно напрягать глаза, пытаясь прочитать мелкий текст, нажимать клавиши телефона наугад или тщетно пытаться отыскать мелкую деталь. Ну так всем, кому надоело, идут и заказывают себе очки, линзы, делают коррекцию зрения. В наше время это не так сложно. Вам нужны увеличительные очки «Фокус Плюс». Не хотел бы я ни на что намекать, уважаемый Леомакс, но фокусов у нас тут и так хватает, чего стоят бутылки на стуле. Так, хорош. Песня ласкает слух. Это удобные современные очки, которые дают увеличение на 160%. А извините, а с каких пор у вас теперь степень линз в очках измеряется в процентах, не подскажете? Потому что вставить в очки обычное увеличительное стекло, это еще не значит сделать очки для слабовидящих людей. Для подобного увеличения есть как бы лупа, или глазная лупа. Big Vision. Просто наденьте их, и все встанет на свои места. Я радиолюбитель. Но иногда захаживаю в телемагазин «Леомакс», чтобы попить чайного грибочка. Очки «Фокус Плюс» – просто находка для меня. С ними я продолжаю заниматься любимым делом. Стесняюсь спросить, каким? Косить под реального человека? «Леомакс, вы бы там ему хоть рубашку новую купили или зарплату наконец выплатили, а то года идут, а рубашка все та же. Ну, у кого рубашка, а у кого футболка? Да, Джеймс? Нет. Да. Да. Мне срочно нужен Леомакс. Теперь я могу прочитать самый мелкий текст. Очки легкие, удобные. И руки всегда свободные. И стульчик всегда под рукой, под свободный. А у меня под рукой, знаете что? Автор этих комментариев, которые получают стикеры в ВК. Обязательно пиши мне о том, что ты выиграл. И не забудь, чем больше активность, тем больше стикеров. Складываем дужки. Прижимаем их внутренней стороной к линзам. А затем складываем пополам саму оправу. И вуаля, очки сломаны. Поскольку если уж в стандартных местах крепления зачастую отваливаются болтики или лопается крепление, то в подобной конструкции все будет явно очень плохо. А уж тем более по 330 рублей за штуку. Пользовалась этим чудесным изделием 4 раза. На 5-й мост очков на переносице сломался. Вот такой вот фокус. Алле, оп! Места стыка деталей выполнены аккуратно и точно, что говорит о безупречном качестве материалов и сборки. Первые очки сломались через неделю, отломился держатель дужки. На вторых очках отломилось крепление у держатель переносицы. Не ведитесь на рекламу. На какую рекламу? А разве там все не по-настоящему? И чё ж теперь, заказ что ли отменять? О, блин. А так хотел банку с дозатором. Звоните и заказывайте складные увеличительные очки Focus Plus в комплекте с чехлом для хранения. И справедливости ради... мне и сказать-то нечего. Поскольку для чего делать очки, которые складываются 563 раза, непонятно. Почему нельзя продавать более качественный товар, чем сейчас, но с той же наценкой, непонятно. И почему ваш актер за несколько лет не поменял рубашку для съемок очередного товара, мне тоже непонятно. Мы победу делали, а ты гавкаешь, сидишь. Ну а ты, жаривай лайк этому видосяну, пиши комментарий, если хочешь выиграть стикер или просто поддержать мой канал. Переходи по ссылке в описании в Кроссаут и подписывайся, если еще не подписан. С вами, как всегда, был Джеймс Лоун. Увидимся! Так помнишь ты нашу ночь в Кроссаут или нет? Отвечай! А, ты помнишь. Прошу прощения. Чё, поиграем, пойдем?